Всем привет, друзья! С вами Даша, и сегодня я буду делать пиар для канала Житель Гнифер. И посмотрим, какие здесь видео. Так, посмотрим вот это первое. Кстати, всем привет, ребят, с вами я деревенский житель, и сегодня, смотрите, сегодня дождь пошел. Так, посмотрим, какие здесь комментарии. Так, понятно. Ну и вы, в общем-то, подписывайтесь, а я оставлю свой комментарий. Будет вот такой. А кстати, да, и я подпишусь. Так, переходим к следующему видео. Посмотрим вот это второе. В пиарах я всегда показываю три видео. Деревенский житель, да? И сегодня, ребята, да, я сегодня работаю фермером, обычный день, как всегда. Помню, тогда в прошлой серии мы нашли вот дверь, там жители ее уже замуровали, короче. Да, сегодня у меня работа. Опять. Так, сейчас сделаю вид. Так. Ну, я еще один оставлю. Да, сегодня у меня работа, три грядки уже. Не две, как в прошлый раз было. Да, и семена. Взять. Ну, еще одно видео посмотрим. И я буду заканчивать. Третье посмотрим. Всем привет, кстати, я себе сегодня дверь чинила, прям сегодня третий просто, так получилось, мне дали третий, сегодня у меня только эти грядки, да, а как вы видите, не знаю, я вот она не знаю, очень часто говорю. Так, я еще один свой комментарий оставлю, и на этом закончу. Так, делаем работу с вами, делаем. И немножко приболел, ставьте лайк, давайте наберем 40. Так, ну и еще я покажу, что здесь еще на канале есть. Так, здесь ничего нету пока, так, понятно. Так, ну в общем, подписывайтесь, я уже сама увидела канал крутой. Ну, понравилась эта серия, ставь лайк. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока и до новых встреч!